Эндоскопическое удаление грыжи диска. Эндоскопическое удаление грыжи диска, или так называемая эндоскопическая микродискэктомия, это оперативное лечение в виде удаления грыжи межпозвоночного диска с помощью эндоскопа диаметром 7 мм и специальных миниатюрных инструментов под визуальным контролем на экране видеодисплея. Операция проводится без разреза через миниатюрный прокол мягких тканей. Суть метода состоит в удалении непосредственно той части межпозвонкового диска, которая вышла за его анатомические рамки. Удаление грыжи эндоскопическим способом занимает не более часа и осуществляется зачастую под общей или спинномозговой анестезией. По всем вопросам звоните на указанный ниже телефон.